у нас будет веселый челлендж. Супер веселый. Замотаем вот так вот, вот так вот руки. И все это мы будем открывать локтями. Ну и самое веселое, конечно, будет в конце. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И смотрите это видео до конца. Начнем с веселых соков. Ананас марака. Ананас марака. У тебя, а у меня ягода, вкус ягода. Отцепи булочку. Я уже почти открыла. Дергай. А, это невозможно. Мою? А? Я же тебе помогла. Надо оторвать еще уголок. Я упал. Трубочкой. Вот это придумал. Подашь? Я уже почти справилась. Давай, я тебе буду помогать. Уже тогда? Ну ты и помощник. Давай, суй. Что-то у нас челлендж «Открой зубами» получается. А как его тут еще? Давай я тебе покажу. Подай мне молоко, пожалуйста. Надо это насыпать сначала. Ну давай, я подам тебе на тарелку. Давай, ищи тарелку. Так, я буду переворачивать. Хватит, хватит. Thank you.
вообще мастер открывает ножницами. Ниже, ниже надо резать. Давай! В нашем мире слишком много упаковок. Вот такие мысли для меня посещают. Это точно. О! Зачем здесь слишком упали? Давай я поднимем как-нибудь. Что мне делать? Быстрее, он сольется. Вот твоя водичка. Ну что, у тебя и молоко такое было? Вкусное. Очень дебаланно. Очень торкунно. Получилось. Кое-как! А теперь настало время чипса. Начос. Давай начнем с начос. Это край? Да. В смысле уголочек? О. Это вторая стена. О, стой, ложи. Они сделали надрез. Надо вниз тянуть. Ты сделала, значит, сухари панировочные, сухари. Я попробую.
Ты это сделал! Стоп! Маленький? Хочешь большой? Давай мне большой. Спасибо. Это маленький. По трубочку пока отодрать от него. Я так оторвал. Нет. О, надо, знаешь что, смотри. Надо, короче, прям ею протыкать вот так. О, да, да, давай. О-о-о-о. Я воткнул. Не ко мне яблоко, банан. Я заслужила тебя. У тебя жеванная трубочка. Сдавайся. Она покрутилась, да? Она покрутилась. Я скрутила. Я смотрела. Опять.